Передняя подножка с колен. Захват. За рукав, на спине, может быть такой захват. Вот с таким захватом можно бросать. Как выполняется прием? Я, отшагивая, нагружаю его левую ногу. Так же, как при выполнении передней подножки со стойки. То есть я всем весом повисаю на его ноге, а затем, разворачиваясь на своей правой ноге, дергаю за рукав и заставляю его сделать шаг. А эту ногу переставляю. Вот. А свою ногу я ставлю не на стопу, а на колено. Вот я повис на нем, потянул, раз, поставил ногу на колено и потянул. Видите, он уже потерял равновесие. Дальше я просто вытягиваю ногу и продолжаю вращение. Загрузил, потянул, поставил ногу и